Друзья мои, всем привет из Вероны. Сегодня 17 марта 2019 года. Вот хочу для вас провести вот такую небольшую экскурсию. Мы приехали в Верону, вот прошлись от вокзала, идем в центр, там, где знаменитый балкон Ромео и Джульетты. И вот по пути увидели вот такой просто замечательный фонтанчик. Ну, он очень крутой. Вот сначала пока сниму здесь. Сейчас пойду с другой стороны. Это вот карта Вероны. Для туриста очень удобно. Вот такой вот ларек с цветами. Это моя слабость. Не могу пройти мимо, чтобы не снять. Ну и вот снимаем дальше. Голуби купаются в водичке. Красота. Такой якорь здесь. Такой вот шум воды приятный. Вода прозрачная. Как-то неудивительно. Очень красиво. Солнце. На улице сегодня обещают нам 20 градусов. Ну, сейчас где-то 15, в общем, не жарко, не холодно, ну, нормально, в принципе, я раздетая, мне не холодно. Ну, вот, сейчас вот так еще немножко сниму вот этот парк, такой маленький, и идем дальше в центр. Опять же, вот цветочки красивенькие, поближе. Такая весна в Италии. Ох, как я люблю это дело. Вот по пути увидела второй фонтан. Но не могу пройти мимо такой красоты. Это очень здорово. Это очень красиво. Вода, она вообще как бы завораживает. Как огонь, как такие вот фонтаны в Вероне. Там вот памятник чуть дальше. Это вот такой, как сквер, что ли. Вот показываю. А это статуя мужчина, женщина, ребенок. Ну, наверное, что-то с семьей связано. Не знаю названий. Красивые места, где можно отдохнуть. Лавочки, вот такая вот мощеный тротуар такими вот старинными булыжниками. Ой, смотрите, чего увидала я. Такой паровозик клёвенький. Так, мы идем в центр. Здесь даже вот есть Макдональдс. Вот такая вот как бы церковь. И типа как крем. Вот такая красота впереди нас ждет. Это мы подходим к центру. Слушайте, тут такая красота просто неимоверная. Вот эти вот дома очень напоминают мне дома Венеции. Ну, только единственное, что здесь нет воды. А по цвету, по конструкциям, ну точно, Венеция номер два. А вот там впереди арена, популярный стадион, где проходят все конкурсы музыкальные. В общем, здесь вот такой круг. Вот это наш Кремль, так его назовем. Слушайте, красота. Идем дальше. Сегодня просто волшебное путешествие. Вот здесь такая схема. Вот она, арена на схеме. Балкон Ромео и Джульетта, к которому, ну, придем позже, в следующем видео. Сейчас пока идем к арене. Ой, ребята, слушайте, тут такая площадь, она ну просто волшебная. Столько цветов. Посмотрите, какое солнце. Посмотрите, какая красота. Боже мой. Сейчас мы это все отснимем.
Вот она, моя любимая Венеция. Ну, туристов как бы не очень много, но тем не менее. Так, ребят, мы идем к арене, и здесь опять фонтаны. Ну все, короче, я сегодня подвисла на фонтанах. Так, здесь вот такие цветы. Нарциссы. Это вот типа как клумба здесь вот такая. Очень красивая. Вот они такие. Классно. Идем к фонтану. Как-то солнце в глаза мне. Не очень хорошо вижу, но сейчас постараюсь обойти со всех сторон, чтобы снять эту красоту. Вау! Вот у меня только одни слова вот эти. Вау! Блин, на итальянском. Che bellezza. Questo posto è fantastico. È vero. Очень красиво. Смотрите, какая зелень. Вот это настоящая весна. Итальянская весна. Ну, хотя здесь зимы-то, в принципе, не бывает. Но мы находимся ближе к северу Италии. Практически на севере Италии. Поэтому... Так, вот там вот арена. Так, арену, наверное, я для вас отсниму уже в следующем видео. Везде, видите, нарциссы цветут. Вот такая красота. Ну, я с вами немножко прощаюсь. До следующего видео. Чао-чао. Люблю вас, ваша Тася.